сейчас обратимся в предыдущие два дня соревнований и узнаем, как сыграли наши соперники. Итак, в группе А, как мы уже знаем, россияне обыграли в первом матче турнира французов 7-0. В этот же день, в пятницу, шведы обыграли белорусов крупно 5-0. На следующий день швейцарцы играли с Австрией и сумели выиграть у австрийцев со счетом 3-2 только в овертайм, в дополнительное время. В овертайме с таким же счетом чехи обыграли словаков 3-2, а французы немного реабилитировались за крупное поражение от россиян и обыграли белорусов, опять же, со счетом 6-2. Белорусам не везет пока на чемпионате мира. Два крупных поражения. И завтра, кстати, с Белоруссией сборная России сыграет.